И мешок возьмешь, а имя? Бригада дезинфекционистов готова к ежегодной процедуре. Сегодня уничтожать личинок будут на озере Лебяжьем, недалеко от Боровецкого моста. Вот сейчас они поедут, вот рассыпать будут этот, с эти, мы будем по берегу ходить с квазерами. Бояться отравления рыбой водой не стоит. Смертелен препарат только для личинок опасного комара. Дезинфекторам необходимо обойти около 40 мест их обитания. Список предоставляет Роспотребнадзор. В Челнах случаи заражения малярией уже были зафиксированы. Лет 10 назад был случай, было заражение в садовом обществе «Энергетик». Обычных комаров в городе, в парках и на участках в садовых обществах не травим, говорят, дистанции. Не поможет, но уменьшить популяцию могут и сами люди. Чтобы не допускать распространения комаров, это нужно не оставлять открытыми емкости с водой или хотя бы раз в неделю менять эту воду. Даже возможен выплат комаров в консервной банке, если там есть вода. Выкашивать растительность, не допускать складирования этой растительности. Например, вы выкосили и в кучу сложили. Это нужно все убирать. После обработки водоемов специалисты через некоторое время проверят результат. В случае необходимости процедуру повторят. Лилия Денисова, Петр Греков, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.